Друзья, вас 8 октября я приглашаю всех подписчиков, наших друзей, да вообще всех, кто угодно, даже незнакомые люди. Приходите 28 октября в Олимпийский. Во сколько начало? Двери откроются в 9 утра. Да, программа начнется в 10 утра. Это будет конференция AMA CRM. Там какие-то билеты продаются за 2900. Часть получит билеты бесплатно. Вообще, насколько я знаю, это одна из самых крупных конференций на эту тему в Москве, где хотя бы можно бесплатно попасть, да? И расскажи, что будет. Я просто не знаю, что возможно рассказывать, что нельзя. Можно рассказывать. Действительно, наверное, самая большая конференция, между прочим, даже из платных, наверное. Уж в таком формате точно. В регистрации можно сказать, сколько уже? Не, мы не говорим. Но сколько... это тысячи реально людей. Но реально, мы говорим, что у нас 6883 стула, которые мы можем заполнить. На самом деле регистрацию мы бесплатную уже закрыли, потому что регистрации слишком много, остались только платные билеты. Но Руслан выторговал из нас некоторое количество мест строго для подписчиков. Короче, для подписчиков, да, нашего канала будет ссылка определенная под этим видосом, вот тут где-то. Вы по ней переходите. И оставляйте заявку просто на конференцию, там, ну я не знаю, как сделать, или первые 300, кто оставит, могут зайти, или там каждый второй, или каждый третий. Ну, короче, вам уведомление придет там или на почту, или... Да, у нас будут выступать, мы там покажем обновленный Callback Hunter, мы покажем обновленную AMA CRM, у нас выступает Собчак, между прочим. И, между прочим, она рассказывает про персональные пиары, это, в общем, как бы, не она там, не про какой-то шоу-бизнес. А, не просто она ведущая, да? Не, она не ведущая, она с докладом, она рассказывает про персональный пиар, как это помогает в бизнесе, там, интересная тема. Кононова, привет, Катя, да. У нас будет Романенко, это основатель Киви, который вывел на биржу его, сейчас он делает Эватор со Сбербанком, очень крутой чувак. У нас будет Оскар Хартман, очень известный основатель Купи VIP, еще куча стартапов. Карпрайс тоже. Карпрайс, это тоже его. У нас будет Венедиктов, потому что он, между прочим, владелец «Эхо Москвы» и основатель «Эхо Москвы». Он будет рассказывать, как 25 лет вести успешный бизнес. У нас будет... Господи, там что будет-то? Я забыл. Вот, кто-то еще. Этот Сибрант, вице-президент Яндекса по маркетингу. Расскажет про то, куда развиваются все сервисы, вообще в чем будущее маркетинга. Серега, ты гриво держишь еще. Да, Серега. И еще будет одна тема, про которую точно, по-моему, нельзя говорить, да? Будет, мы сейчас поговорили, что... Кто-то тоже будет на сцене, короче, да. Пока не скажет. И будет Руслан. Да, мы ближе к концу там тоже будем выступать. Ну, у меня будет презентация, она у меня будет без названия, и она будет скорее... На то, чтобы мы все немножко выдохнули, все равно все-таки с 90-х годов кипиш, который был, прошел, времена бурных ростов, оно идет где-то, доходит, да, но все равно все более-менее остается на своей рельсе, и надо реально, мужики, мне кажется, всем уже выдохнуть, потому что, ну, война уже 90-х кончилась, кризисы все более-менее подпрошли, и вот мы по регионам поездили, на самом деле, вот Ким, ребята, да, Саян из Бурятии, там, из всяких регионов, реально народ... В принципе, неплохо себя чувствует, и очень редкий случай, когда парень более-менее адекватный, даже вот если 22-23 года, что-то у него там не складно. По-любому, или по найму работает нормально продавцом, или в бизнесе уже что-то сделал. В общем, специально для подписчиков канала Руслана, последняя пачка бесплатных билетов, будет ссылка в этом видео на секретную форму регистрации. Да, не считаю. Мы сколько это примем, я думаю, это будет 200 билетов. Наверное, это будет 200 билетов. А я сказал 300. Ну, короче, ну, от 200 до 300. Какой-то, посмотрим, сколько их там получится, какой-то момент просто остановим. И... Да. Спасибо, Миша, тебе большое за это. Всем привет. Да.